Мария Аделаида появилась на свет в Италии. Ее отец занимался обувным ремеслом. В 1888 году семья переехала во Флоренцию, а позже в Париж. Когда девочке исполнилось 12, они с мамой лишились главы семейства, поэтому юная особа помогала родительнице в галантерейном магазине. Тогда же стала учиться швейному мастерству в ателье, где начинала с младшей помощницы. Позднее она расскажет, что работала, не покладая рук. Вскоре ее усердие, качественный крой и талант заметили. Мария стала шить оригинальные шляпки, которые пользовались большой популярностью. Встретив флориста Луиджи Риччи, девушка влюбилась. И после года красивых ухаживаний они официально оформили отношения, и в паре родился сын. Однако супружеский союз не продлился долго. Зато таким образом появился псевдоним Нина Риччи. В 1908 году она поступила на работу в именитый дом моды, где протрудилась порядка 20 лет. Через какое-то время стала партнером по бизнесу, и ее имя вошло в название. Нина Риччи придерживалась классического стиля. Ее наряды сочетали изящество, элегантность, оставаясь простыми и безупречно исполненными. Главная героиня практически не делала предварительных эскизов. Образы создавались прямо на манекене или модели. Когда дизайнер подходила к 50-летнему возрасту, она собиралась отойти от дел. И в этот момент сын Робер предложил родительнице открыть собственное ателье. Благодаря этому решению бренд Нина Риччи приобрел мировую знаменитость, а также раскрылся маркетинговый и парфюмерный талант Робера Риччи.